Всем привет! Спасибо вам за то, что смотрите мои монологи, слушаете мои монологи и смотрите на мое лицо. Вот, так будет правильней. Ну и спасибо за то, что материально поддерживаете канал, это тоже всегда приятно. И вот что хочу сказать, напомнить в очередной раз, если вы хотите увидеть какую-нибудь пластинку на экране в моих руках, посмотрите сначала в плейлисты, потому что там уже очень много чего есть, больше 300 пластинок осмотрено и наболтано про них всякого разного. Так что, возможно, ваша любимая пластинка уже в моих руках здесь на экране была показана. Ну, а сегодня я хочу вспомнить, точнее, начать эпопею роликов о группе «Чикаго». Несколько эпопей у меня уже идет, и я их планирую продолжать. То есть это Beatles, Rolling Stones, Gentle Giant, Procol Harum, Moody Blues, Yes, там еще мало совсем, Frank Zappa, Captain Beefheart, ну и еще несколько групп, Jet Rattle, King Crimson. Вы заметили, наверное, что уже там выстраивается цепочка достаточно много. Ну и Чикаго, конечно. Во всяком случае, первые 11 альбомов точно мы покажем друг другу и расскажем про них. Хотя у меня не все они дома есть, у меня осталось немного, но я по мере, так сказать, поступления пластинок, первые 11 обязательно будут собраны. Потому что про каждый альбом можно говорить, они все удивительно хороши, я имею в виду первые 11. После них пластинки, которые выходили у Чикаго, они тоже очень хорошие, но они в другом ключе немножко. Они, ну, не то чтобы эстрадные, но они такие, в них как-то нет уже ярости. Нет ярости. А ярость, во-первых, конечно, шла от гитариста Терри Кэта, который, к сожалению, погиб после записи последнего 11-го альбома, последнего с ним 11-го альбома. От продюсера, который работал с Чикаго и который ушел после записи, опять-таки, вот этого альбома 11-го, номер 11, без названия. Кстати, вот эти первые 11 альбомов, они все, если вы знаете, назывались «Чикаго-1», «Чикаго-2», «Чикаго-3». Первый нет, первый назывался просто «Чикаго Transit Authority», а потом все шли по номерам. И 12-й альбом уже получил название «Hot Streets». Но до него мы сегодня не дойдем, потому что я все-таки про первые 11 буду говорить. И, конечно, из того, что у меня сейчас дома находится, конечно, первый «Чикаго Transit Authority» мы оставим на сладкое, на закуску, потому что это шедевр, шедевр джаз-рока, шедевр рока, шедевр нового взгляда на музыку, и эта пластинка должна быть в коллекции каждого, кто называет себя меломаном. Это шутка, потому что никто никому ничего не должен в данном случае, в контексте обозревания рок-музыки. Ну, никто никому ничего не должен. Нравится, слушаешь, не нравится, не слушаешь. Совершенно не обязательно иметь дома там все пластинки. Не будем мы сегодня говорить про второй и третий альбомы. Вот эти два двойника. Первый тоже двойник, если кто не знает. Вот эти два двойника. Нет, не эти два двойника. Вот эти два двойника. В отличие от первого альбома, это уже почти симфоническая музыка с джаз-роком, с роком и с джазом. Очень сложное произведение. При этом в них достаточно много песен, характерных для Чикаго. Мелодичных, баллад, красивейших, просто доходчивых, которые нравятся и домохозяйкам, и реднекам, и любителям джаза, и прогрессивного рока, то есть абсолютно всем. Чикаго – удивительная группа, которая, музыканты, которые умели сочинять такие песни, которые нравятся всем. Они одновременно и сложные, насыщенные витиеватыми партиями всех инструментов, и духовых, и клавишных, и гитары, и басы, и барабанов, и перкуссии. Сложно построенные, но простые восприятия. И неоднократно группа получала Грэмми за эти песни, за эти самые песни. Прекрасный, кстати, хор, если можно так выразиться. То есть вокальные гармонии всегда в Чикаго присутствуют во всех произведениях.
очень красиво все. Не будем говорить про пятый альбом, который склоняется уже к современному авангарду, к современной авангардной симфонической музыке местами, местами, к современному джазу местами. Но это не исключает красивых, хороших песен, которые тоже там присутствуют. Вот про это монументальное полотно номер 7 тоже сегодня не будем говорить. Потому что это, ну, здесь на 10 роликов, наверное, материала. Про вот эту роковую пластинку номер 8 тоже не будем говорить. А будем говорить про последний альбом Стэри Кэттом, пластинка номер 11, Чикаго. К сожалению, как я уже говорил, после записи альбома ушел продюсер и ушел из жизни Терри Кэтт, прекрасный гитарист, которого любил Джимми Хендрикс. Ну, я не знаю, насколько он его любил лично, но музыку его он очень любил и считал его одним из лучших гитаристов планеты Земля на тот момент времени. Ну, лучших электрических гитаристов, играющих рок-музыку, играющих джаз. Скажем так, потому что понятие лучший гитарист вообще не существует в природе. Ну, не существует, потому что гитаристов такое количество, очень хороших, потрясающих. И сказать, кто из них лучше, невозможно. Так же, как и любой музыкант, играющий на любом другом инструменте. Но вот этот самый 11-й альбом. Группа вымоталась к началу записи этой пластинки, потому что играла больше 300 концертов в год. И в какой-то момент музыканты сказали, что давайте количество концертов уменьшим. Стали играть 200 концертов в год. Разницы не почувствовали вообще, потому что где 300 концертов, там и 200. Разницы никакой, такая же усталость, так же все тяжело. И в студию приехали совершенно вымотанные. Мало того, что вымотанные физически, и вымотанные еще общением друг с другом, потому что, ну, тяжело находиться бок о бок с людьми такое количество лет, такое количество дней, каждый день на сцене, за сценой, в гримерках, в гостинице, в самолете, в автобусе, выматывает. Ну, отчасти поэтому продюсер и был уволен, потому что он все время предлагал свои вещи, он сам играл и на гитаре, здесь он играет на этом альбоме, и на клавишах играет. И, в общем-то, командовал группой, устали от него, он устал от них и ушел. Хотя этот человек, он сделал все для группы Чикаго, Уильям Гуэрсио, его звали. Он сделал всю славу группы Чикаго. Ну, что значит он сделал? Играют все равно музыканты, поют все равно музыканты, сочиняют все равно музыканты. А Гуэрсио занимался менеджментом, занимался записью, как звукорежиссер, как инженер, как продюсер. Сделал, конечно, очень много. И эта пластинка, многие говорят, что она напоминает последние альбомы Beatles, потому что тут практически сборник песен музыкантов сам написал, сам спел, сам написал, сам спел. И практически все здесь... То есть сборник сольных работ каждого из артистов, но звук Чикаго все равно никуда не делся. И манера Чикаго, и подача, и, в общем-то, эта пластинка ничем не отличается вот по данным критериям от всех остальных. Это полноценный альбом Чикаго, очень хороший. И он так удивительно получилось, что он звучит как прощание. Звучит как прощание, почему-то так сложилось. Но музыка – это мистическая вещь. И такие штуки происходят вне зависимости от желания, от цели, которую музыканты преследуют при начале записи. А цель была просто записать альбом, новый альбом. Тур закончился, собрались в студии, стали записывать музыку. И записали отличную вещь. Терри Кэтт, гитарист, написал песню «Миссисипи Дельта Сити Блюз», которая открывает пластинку. Ну, понятно, что гитарист... поющий низким, таким хриплым, сиплым, жестким, наждачным баритоном. Очень хорошо поющий, кстати говоря. И это не то, чтобы блюз прямо такой. Это блюз в джазе, в джаз-роке,
с атомной совершенно ритм гитарой, с отличной соло гитарой, боевой, быстрый и такой тащащий за собой, открывающий альбом очень здорово. В темпе, ритмично все синкопировано, все как надо. Очень, очень классно. Следующий номер, который написал Питер Сетера, «Baby, What a Big Surprise». Классическая чикагская баллада, которая продолжает песню «If You Leave Me Now», за которую Сетера получил отдельную премию за одну из лучших песен, там, лирических каких-то. Ну, мелодия просто, просто разорви и заплачь. Настолько она красива, настолько она солнечная, лирическая. Прямо вот домохозяйки все падают с ног, когда в лифте поднимаются в супермаркете, чтобы купить себе нижнее белье. В лифте играет вот эта песня, и они покупают нижнее белье себе, воображая неземные картины райских наслаждений. Вот такая песня примерно «Baby, What a Big Surprise». Но вы меня не слушаете, вот эту болтовню. Песня действительно очень хорошая, сыграна прекрасно, сложно, драйвово, медленно драйвово. Как полагается при получении изысканного наслаждения барышни, купившей в супермаркете нижнее белье. Но это ничего. «Till the End of Time» – песню, которую написал Джеймс Панков, тромбонист. В силу отсутствия информации в Советском Союзе, многие считали Джеймса Панкова русским. И говорили, что это Женя Панков, который убежал из консерватории в Ленинграде. Некоторые говорили, что в Одессе. Третьи говорили, что где-то еще. И обосновался в Штатах. Нет, Джеймс Панков – американец. Ниоткуда он не убегал, в Ленинградской консерватории не учился. Песня гораздо сложнее, чем «Baby, What a Big Surprise». Гораздо более роковая и навороченная слегка. Но премии не получала, ну и ничего. «Policeman» – песня Лэма. О тяжелой жизни полицейского. Очень красивая, очень прозрачная и трепетная песня с отличной ритм-гитарой, с хорошей. «He's a policeman I know». И она такая в темпе, в таком, в легком, она летящая, очень, очень прозрачная. Что является контрапунктом к тяжелой жизни полицейского, который выпивает утром кофе, берет свой пистолет «Магнум» и отправляется ловить и убивать преступников. В Чикаго, понятно, что, да, в криминальной столице Америки. Так же, как и в бандитском Петербурге у нас, там, где я живу. Но это идиотское название телесериала «Бандитский Петербург». Петербург, как и Чикаго, это далеко не самые бандитские города своих стран. На этом можно успокоиться. Следующая песня «What for me» на второй стороне, которую написал тоже Роберт Лэм. Нет, я все перепутал. «Take Me Back to Chicago» я забыл совершенно песню, закрывающую вторую сторону. Вот это и есть прощание. Это одна из лучших песен вообще Чикаго, наверное, «Take Me Back to Chicago». Я ее напевал много лет, с конца 70-х годов, когда впервые услышал этот альбом. И по сю пору напеваю иногда, когда мне становится как-то грустно. Я напеваю «Take me back to Chicago». Та-та-та-та-та-та. Она написана как... Она написана в память об умершем друге, музыканте из группы, название которой я не помню и никогда эту группу не слышал, но музыканты Чикаго дружили с музыкантами этой группы и написали в память о умершем товарище. И так получилось, что эта песня ассоциируется с памятью о Терри Кэтте, погибшем после записи альбома. Он случайно выстрелил себе в голову из пистолета, с которым то ли играл, то ли его перезаряжал. В общем, такая печальная история. Но песня абсолютно, она совершенная. Она настолько хороша, что ее слушать можно бесконечно. Бесконечное количество лет, как я и делаю. Очень, очень хорошая. «What for me» вот Роберт Лэм. Сатирическая песня, политическая. Лэм вообще очень много уделял внимания политике. И вот «Голосуй за меня» такая история. Темповая такая штучка, игривая в меру и очень затягивающая. «Taking it on uptown this time».
я пропускаю эти вещи. А, ну, Taking It on Uptown, песня Терри Кэта, очень гитарная, очень яркая, очень такая роковая. И Little One, вот последний номер, это просто какая-то такая сюита симфоническая, которая тоже звучит как прощание со всеми теми, кого хочется помнить, с кем ты был рядом, с детьми, с родителями, с друзьями, со всеми хорошими людьми. Но она очень светлая. Она очень светлая и жизнеутверждающая, я бы сказал. В общем, пластинка очень хорошая. Я ее вспоминаю очень часто. И не могу сказать, что я ее слушаю на проигрывателе часто. Я ее кручу в голове периодически. И песню «Policeman», и песню «Little One», и «Take Me Back to Chicago» большей частью в основном. И здесь не имеется в виду Чикаго, Америка, а просто возьми меня туда, обратно, обратно туда, где нам было очень хорошо вместе и очень здорово. Пошел пить, пока.